Итак, всем привет, это снова я. И сегодня у нас игра, точнее бета-версия игры из журнала 3DO Magazine Starfighter. Вот. Данный диск мне достался с Panasonic 3DO, как раз таки, когда я его купил еще в 2008 или в 2007 у человека, грубо говоря, по газете. Точнее, это было не в газете, а прям на рынке. Вот. Просто почему хочу я показать данную вещь, потому что такой редкий артефакт, как диск от журнала 3DO, как бы не каждый день же увидишь. Самого журнала у меня нет, потому что, опять же, повторюсь, он мне достался с рук, этот диск. Я спросил, а журнал у вас есть? А чел сказал, нет, у меня его нету. First Wings, Pilot Induction, Training Session, 1, Part 2. Aim and Objectives, 1, Flight Control, 2, Passive Target Elimination, 3, Active Target Elimination. Locate and destroy enemy hangar at location B3. Destroy the laser cannons guarding the valley. Optional. Engage and destroy the enemy fighters patrolling the valley. Enemy fighter simulation is on. All simulated defenses are light. Понятно. Уничтожить цель одну, вторую, третью и так далее. Очень медленная. Неудобное управление, если честно, его постоянно шатает этого самолета вообще. В болтанку он постоянно как будто бы уходит. Ну, видно, потому что, ну, это же бета-версия, поэтому здесь все может быть.
Это же для ознакомления, какая будет игра, типа, на 3DO. Все-таки. Он никак не может попасть. Ну и куда ты улетел? We'll be right back.
короче, такая вот бета-версия Starfighter на 3DO, которая когда-то была в комплекте с журналом 3DO Magazine, сэмплер-диск. Ладно, всем до скорого видео, всем пока.